Итак, ребят, всем привет. С вами Седой Копатель. Грязный, чумазый, но сегодня видео, выход будет классный, шикарный. Компания здоровская, все были навеселе, отдохнули по-человечески. Купались, резвились, как маленькие дети. Пойду, водки найду, пойду, водки найду, водки найду, водки найду. Пойди, водки найди, пойди, водки найди, пойди, водки найди. Водки найди, водки найди. А на море по колено следуя южной традиции. Пьяный рамс, друг другу бьем лица. Потом на танцы, там группа таранби. Малышки бельтопопами, и мы, вот они, фейс-контроль. Что значит, мы сильно пьяные, чин наш прикид. По находкам тоже хорошо. Цари, советы. О, монета! Вырубыш, пятый. Пятый вырубыш. Ребят, ну что, застолье у нас закончилось. Пришли мы на шурф. Пришли мы пока с Михалычем. Вот сигнал. Вот он сигнал. Керамика вот такая вот глазурная. И монета. Ребят, Илюха там что-то трет. На 3.25. Что ты там натрешь? Не знаю, какая фигня. О, а это знакомо Михалычу. Михалыч. Ну-ка. Это же вырубыш. У Михалыча их сегодня 7 штук было. Спасибо за поздравление. Ладно, продолжаем. Медный вырубыш. Но есть и еще одна находка по старине. Практически акинат. Так что приятного просмотра. Будет весело и интересно. Всем, ребят, привет! Сегодня у нас выезд. Выезд с нашей честной компании, с веселой компании. Конечно, день задался сегодня не очень, честно скажу. Поехали на одну деревню на трех машинах. И у меня произошло то, что машина вышла из строя. Тормозные колодки пришлось поменять в сервисе. Плюс цилиндры. Тоже поменять, заклинили суппорта. Короче, вымазался, смотрите, какой я еще не начинал копать, а уже грязный, как чушка. Белую маечку одел для того, чтобы видно было клещей. Одного уже сегодня снял. В общем, пацаны приехали пораньше. Выехали мы сегодня в 5 утра. На место до 12 часов на одной деревке, деревне покопали, это Гундеровка. Мне она не понравилась. Подняли по несколько монет и оттуда уехали. И потом у меня беда произошла с машиной. Пацаны поехали вот на это место. Время сейчас уже, ребят, под вечер. 4 часа. Вот. И я только начинаю свой сегодняшний коп. Видео начинаю из-за того, что здесь, в этой деревне, постоянно ветра. И вступление здесь. В общем, что, ребята, нас сегодня ждет? Ждут у нас шурфы. Будем открывать сезон шурфологии. Раньше я ходил по верхам, пацаны кое-где, кто шурфил, я тоже шурфил кое-где. Но сейчас верха уже невозможно. Травка поднялась и не особо. Так что шурфология у нас начинается. Приятного вам просмотра. И, кстати, всех поздравляю с Днем Кладоискателя. Сейчас меня... позвонил мой модератор, говорит: Саня, на копе? Я говорю: да. И поздравил с 23 мая, день кладоискателя. Так что всех ребят, комрады, друзья, знакомые, кто занимается этим любимым хобби, интересным хобби, с праздником. Так что, ладно, вступление есть, значит, у нас находки будут. Поехали. Ребят, слышите? У Михалыча звенит. У Костяныча звенит. Давайте посмотрим сначала у Михалыча. О, монета! Вырубыш, пятый. Пятый вырубыш? Да. Ребят, я только приехал.
Пятый вырубыш. Так. Что-то там пукает. 800-й. Что-то как-то невнятно. А, вот она, шняга. Вот она, шняга. Пуговка. Трехдырочная. Немецкая, что ли? Наверное, держи. Ладно. Я присоединился. А здесь Андрюха шурфил. Я думаю, сейчас здесь вот я и наковыряю немножко монет. Итак, ребята, эй, комары меня зажрали. Смотрите, рой какой тут летает. А, у меня сигнал был хороший. Со второго раза выкопал. И вот такая вот чудесная монета. Это 2 копейки. Сохран бодрый. 1900 год. Красивый. А, 1910. А, Михалыч, мне так прохладно во сне. Ребят, комары нас одолели. Михалыч пришел на помощь. Смотрите, какая красивая, да? Для шурфа это хороший сохран, ребят. Для шурфа это шикардос. Вообще шикардос. Я встал на шурф именно Андрюхе. И уже поднял 2 монеты. 2 двушки. Так, Костяныч. Костяныч. Жбонь, да? Скорее всего. Десяточка сегодня. Да. Жбанина. Че-то, блин, веник 800, блин, на одну жбонь копает. Костян, ты че? Зато много. А, зато много. Самое главное, качество. Качество, а не количество. Ладно. Асечка, моя хорошая. Наконец-то пацаны едут. У них такой же косяк был, как и у меня сегодня, блин. У него с тормозами были проблемы. Это значит, ребята, мы сейчас пойдем за стол. Наконец, Костяныч хочет поесть, закусить. Да ладно. Смотри, какая керамика выпала, красивая. Ну, это, блин, ну, 19 век. Глазурная такая, нет, 19 век. Давай-ка, чего тут на посошок? Ну-ка, давай-ка я. Чуть какой-то плохой. Мне не нравится. А, вот она, жбонь, наверное. А, нет, это косточка. Косточка. На ребром встал. Давай, звони, звони. Так перебирать их не найдешь. Не, в очередной раз, ребята, веник ошибся, наверное. Здесь. Ошибся, да? Нет. Чего нет? Мне кажется, ошибся. Нет. Блин, придется посидеть, ребят. Ищи. Ищи. Ну, Костяныч, ну где, Костяныч? Неужели веник... Спасибо! О, холодная! Мы горячее пьем! Есть такая! О, блин, дайте 5! Приехали, ребята! Красава, красава, блин! Я сразу испачкал нас, блин! Молодцы, пацаны! Ну что, смотрите, там фундамент, здесь пацаны просто пробные, я тоже только что приехал, пацаны. Честно, у меня такой же косяк, как у вас был. Да? Да. В общем, не снимай. В общем, фундик, ребята, разработали, и находок полно. Чуть позже я как бы сделаю обзорчик за это время. О-о-о-о! Ваше здоровье, ребят, ваше здоровье. Вот, так что здесь как бы... Да, здесь царей полно вообще. Ебать, тарелки-то какие, нихуя себе, хабарные. Я вон Кузнецову уже в карман накидал, блин. Это ковбой, блядь. Ребят, только что мы с вами искали сигнал, веник найти не мог. Михалыч подошел своим
Как его обозвать? Ну, Fisher 44, ребята. И он отыскал монетку. Я просто разопнул. Скажи 25-й. Натери, натери, как я на прошлом копе. И не можешь ты тереть, блин. Натри хоть гладкий гурт, что ли. Ребристый, ребристый. Нет, гладкий, вторая. Гладкий натри. Вторая, там под тобой. Да? Там обнимался. 24-й год. Чего угорать-то, черт? Сейчас сзади такие пальцы кто-то обнимался. Черня прям такая смачная. Комары, видишь, у Михалыча, блин. С кем танцевался? Комары у Михалыча, видишь? Они его не кусают, они греются на нем, блин. Мы сейчас только что обрызгались вон той хреновиной здесь, потому что рой такой. Ламбаду танцевал с кем? Да. Ребят, никак пацаны не уйдут. И находки у нас идут, идут. Вот у Михалыча в этом комочке. Еще никто не видел, но что-то там звенит. О, да. Вот слепочек такой красивый. Наверное, копеечка Николаевская. Да, копеечка Николаевская, ребят. Год сказать не могу. Но это копиндос. Ну и хрен знает. Это Николай и все. Больше ничего не интересно. Че у тебя там веник показывает? Ничего? Опять веник пусто? Да ладно, тут еще что-то, Михалыч. Да ладно, жбонь какая-то. Жбонь? Колечко. Жбонь, да? Да. Опять, да? Опять пломбы. У Михалыча здесь сколько вырубышек, Михалыч? Пломба. Шесть, наверное. Шесть вырубышек, и уже при мне это уже третья пломба. Вот Михалыч, а. Смотрите, у него уже штаны паяки отвисают. Ладно, идем. Ребят, ну что, застолье у нас закончилось. Пришли мы на шурф. Пришли мы пока с Михалычем. Вот сигнал. Вот он сигнал, керамика вот такая вот глазурная и монета. Монета, что за монета, пока неизвестно. Неизвестно, о, 2 копейки, ребят. 2 копеечки, 1896 год. Смотрите, какой сохран. Хорош, 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 хорош. Шурф продолжаем, ребят, который... Начали вечером и продолжаем ночью. Я думаю, ночью еще выстрелить, потому что, смотрите, еще какой объем. Вот это вот это все нужно шурфить, срезать на 2 штыка лопаты. 2 штыка лопаты, потом идет материк. Это для начинающих, ребят. Как начинается материк, сразу смещайтесь в сторону. Всегда нужно до материка. Мало ли что на донышке находится, да, Михалыч? Угу. Ты же с дна достал, да? Угу. Вот, как раз дно, ребят, видите? Дно. То есть чернозем прессованный идет. Засыпочка, в принципе, есть. Сопутка есть. Класс. Пальчик кверху. Продолжаем ночной шурф. Ребят, я еще не успел прозвонить. А у Михалыча там уже снова сигнал. О, я вижу желтенькое. Советик. Советик, 5 копеек, ранний, с этой стороны неплохой, неплохой, а вот с этой стороны, к сожалению, год разглядеть нельзя. Надеюсь, какой-нибудь редкий, дорогой, не знаю. 30-й, по-моему, 30-й год. Кодячка. Да, обычный, самый дешевый. Вариант монеты. Ладно, пойдет. Крупная советская монета. Пойдет. Ребят, ванишь. Сигналов сейчас не особо. Но давайте. Пожелаем удачи Илюхе в первой находке. Ага, в руке. Ну, Ваня ж так совет отдает. Шмурдяк, что ли, блин? Не. О, монета, ребят, монета. Илюху можно поздравить.
с первой монетой. Что за монета? Что за монета? У меня тоже монета. Ёб твою мать. Сорян, ребята. А? Это не совет. А кто там? Это статинка. 1918 год. Уху! Офигеть! Это же царское время! Офигеть, ребята! 10 статинок, 1918 год! Я советую, подумал! Да! Вы представьте, ребята, это 10 копеек статинок. А, 10 статинок! О, ништяк! Илюх, мои поздравления, монета шикардос! Вообще шикардос, смотри, Михалыч. Ага. Смотри, класс. У меня пятак. Да ладно. Пятак. Ну, как всегда, блин, Михалыч зарубил его. Нет, это не пятак. Это 2 копейки. А, ну может быть. Павел Первый. Что-то больно большая. Ты прикинь. А, с серебром, 2 копейки серебром. Я тебе говорю, больно большая. Офигеть, ребят, 2 находки, прям вот сижу и снимаю. Уху! Ребят, Илюха там что-то трёт. Трёт, никак не натрёт. На 3.25. Чё ты там натрёшь? Не знаю, какая фигня. О, а это знакомо Михалычу. Михалыч. Ну-ка. Это же вырубыш. У Михалыча их сегодня 7 штук было. Спасибо за поздравление. Ладно, продолжаем. Медный вырубыш. Итак, ребята, на сегодня все. Первый день копа закончился. Завтра будет второй. И вторая часть. Надеюсь, тоже порадует, как и сегодня. Но сегодня очень устали. Через час, да, через час-полтора начнет светать. Мы все на боковую. Так что все. До завтра. Смотрим. Будет интересно в следующей части.